отдельная инспекция прикола, запуск движка. Погнали. Что, залетаем? Вначале у нас наши батареи находятся при входе в шлюпку с левой стороны. Пускаем первую батарею, главную, main switch. Далее. Запускай. Я буду держать сама. Старт, позицию перевели. Легкий запуск. Далее проверяем огни. Огонь в работе, наблюдаем, горит. Проверяем. Право-влево? Да, право-влево. Так, крутится у нас наш руль. Все, поворачивается. Все, прямо руль. Реверс, пусть вперед-назад. Давай, немного пусть там рыб. Все. Теперь назад. Отлично. Теперь останавливаем. Выключаем батарею. И включаем emergency switch, тестируем. Запускай. Все. Emergency switch, вторая батарея работает, все хорошо. Cabin light в работе, один, второй. Rainwater коллектор тоже не забываем его, про него многие забывают, он находится сверху, не смотрят на него. Он закисает, и потом при проверяющем его невозможно отдать при нем. В нем набирается вода, и дождь идет, и он закисает. Нужно, чтобы был смазанный, крутился и вертелся. У нас есть здесь два релиза отдачи. Main релиз рулевой находится на своем штатном месте. Отдает шлюпку, при спуске шлюпки в воду он перепрыгивает на рулевое место. Также самый аварийный способ отдачи, emergency релиз отдачи, находится на месте при входе в шлюпку справа, с правой стороны сразу же. Emergency steering handle находится при входе сразу же. Вон он запрятан. Берем его с позиции, откручиваем крышку, open, вставляем, грубо говоря, сюда, и при emergency ситуации мы можем управлять пером руля. На этом все.